Смена гарантирующего поставщика по отоплению и горячему водоснабжению коснулась жителей 543 многоквартирных домов в Щелкове. Речь идет об абонентах, которые получали услуги от компании «Теплоцентраль» и оплачивали их через агента коммунальной платежи. Это жители, дома которых расположены в центральной части города, в микрорайонах Сиреневой и Заречной, Чкаловский, Бахчеванджи, Жигалово, Щелково 7, поселки Монино и ряде других населенных пунктов. По решению арбитражного суда Московской области общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» передало котельные и тепловые сети в муниципальную казну. Функцию управления имуществом администрация возложила на Щелковский водоканал. Последний создал обособленное подразделение – филиал «Теплоресурс». Эта организация указана в платежных документах. Согласно постановлению главы администрации городского округа Щелково номер 1727, 34 котельных и 27 ЦТП переданы в хозяйственное ведение МУК межрайонный Щелковский водоканал «Теплоресурс». К эксплуатации данных объектов приступил филиал МУП межрайонный Щелковский водоканал «Теплоресурс». С более подробным перечнем домов вы можете ознакомиться на сайте МУП межрайонный Щелковский водоканал. Для жителей многоквартирных домов агентом по начислениям за услуги теплоснабжения назначен Московский областной единый расчетный центр. Именно поэтому с августа в платежных документах от МОСОБЛЕИРЦ появились строчки «Горячее водоснабжение» и «Отопление». В первую очередь люди видят, что им начислено за целый месяц отопление за август и перерасчет за 15 дней июля. Что это такое? Здесь наши коллеги и заказчик непосредственный, в рамках договора Щелковский межрайонный водоканал выступают полностью на стороне населения. Любой человек, который оплатил полностью за весь месяц июль в теплоцентраль, платежному агенту коммунальные платежи, может передать скан, фотографию, оплаченные квитанции, обязательно с чеком, потому что просто квитанция не является подтверждением, что она оплачена. И водоканал нам направит указание о корректировке этих платежей. Отправить сканированное изображение квитанции с чеком об оплате можно любым доступным способом – по электронной почте и даже по WhatsApp в адрес Щелковского водоканала. Номера контактов вы видите сейчас на экране. Также можно обратиться в 6 офисов МОСОБЛЕИРЦ в Щелкове. Для работы с большим потоком клиентов расчетный центр привлек дополнительных сотрудников. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.